Ну вот все ли средства хороши в борьбе с простудой и гриппом? Узнаем у эксперта. У нас в гостях сегодня Надежда Владимировна Казакевич, главный специалист отдела развития медпомощи детям областного департамента здравоохранения. Надежда Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вакцинация – это самый эффективный способ профилактики гриппа и ОРВИ? Вот по данным Роспотребнадзора. Нет, абсолютно правильно. И не только по данным Роспотребнадзора, и по данным Всемирной организации здравоохранения, единственным профилактическим средством от гриппа является иммунопрофилактика, то есть вакцинация. Когда лучше детям ставить прививки от вирусов? Какое время? Самое хорошее время – это сейчас. С конца августа до начала ноября – самое правильное время вакцинации не только для детей, но и для нас, для взрослых. И уже вакцина, первый транш вакцины уже пришел на территорию Тюменской области. Хотелось бы обратить наше с вами внимание, что если на территории нашей области будет защищено от гриппа 45% всего населения, то грипп к нам не придет. А есть какие-то противопоказания? Есть. По мнению Всемирной организации здравоохранения, по инструкции к использованию вакцины, единственным противопоказанием является анафилаксия на белок куриного яйца. Остальные противопоказания считаются относительными, их определяет доктор. Бесспорно, если человек имеет острое заболевание или обострение какого-то хронического заболевания, то это будет противопоказанием, но временным. То есть это отсроченная вакцинация называется. Абсолютные противопоказания, повторюсь, это анафилактическая реакция на белок куриного яйца. Скажите, а как отличить грипп от обычной простуды? Ну, грипп и выделяется в особую категорию. Мы исторически знаем, что такое грипп. У нас в истории мы пережили испанку. Это в 19 году. В 1919 году миллионы людей умерли. Последняя пандемия гриппа была в 70-е годы. Гонконгский грипп, наверное, не один миллион человек заболел. И не одна тысяча умерли на земном шаре. Поэтому грипп – это особое заболевание, против которого существует вакцина. Может быть, когда-нибудь от других вирусных инфекции тоже будет вакцина, но пока от гриппа. Он молниеносен, и он опасен тем, что от гриппа может не только молниеносно развиться, но от него еще можно умереть. Мне бы хотелось особо обратить внимание на людей, которые имеют заболевания. Это люди с избыточной массой тела, имеющие повышенное артериальное давление, заболевания легких. Это дети первых 6 месяцев, это беременные. Беременные должны подумать о защите собственных будущих детей и вакцинироваться. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинацию беременных с любого срока. Противопоказания абсолютно те же. А вот как еще, кроме вакцинации, можно уберечься от гриппа? Может, есть какие-то народные рецепты? Вы знаете, самое главное – это защита, это вакцинация. Да. Хорошее настроение, правильное питание, ограничение контакта с вирусными инфекциями, с чужими вирусами, наверное, действительно дает ограничительные меры. Особенно те люди, которые по каким-то причинам не могут быть вакцинированы. То есть мы с вами взрослые люди, мы должны думать о своих маленьких, о своих стареньких и не допускать того, чтобы они заболели гриппом. Но если вышло так, что ребенок уже пообщался с другим ребенком, который заболел гриппом, что делать в этом случае? Ну, вы знаете, здесь только наблюдать. И не только ребенок, это же могут быть и взрослые. Первые 6 месяцев это, наверное, действительно уже наблюдать и начинать лечение с первых признаков заболевания. Старше 6 месяцев, повторюсь, это есть вакцина. И вакцина действительно работает. Работает в течение 9 месяцев, то есть всего сезона гриппа, начиная с октября по май. Срок действия, срок дееспособности вакцины, так назовем. А для того, чтобы вот не заболеть, ну, наверное, наблюдать и при первых признаках незамедлительно обращаться к доктору. А как долго больной гриппом считается заразным? Больной гриппом считается заразным, пока не прекращает болеть. Вот и считайте, то есть пока у него вирус, организм не справится с вирусом, это примерно 5-7 дней. А сколько обычно продолжается эпидсезон? Ну вот давайте считать, эпидсезон продолжается, начиная с декабря до конца марта-апреля. Надежда Владимировна, спасибо за беседу, еще увидимся. Всего доброго, всем здоровья.